Мониторинговые группы также будут заниматься организацией питания, размещением участников, проверять готовность сочинских гостиниц и отелей. Об этом рассказал вице-мэр курорта Владимир Пушкарев. Город полностью готов к приему форума, к приему гостей. Созданы мониторинговые группы по транспорту, по санитарному состоянию, а также волонтерское движение. На время проведения инвестиционного форума прекращаются все ремонтные работы, дорожные работы. Издано постановление главы города Сочи, где пошагово прописано, какие службы за что отвечают. Также замглавы отметил, что движение грузового транспорта в течение 3 дней проведения форума с 7 часов до 22 часов по меридианской низменности будет временно ограничено. Для обеспечения безопасности будут задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, спасатели и казаки. Напомню, российский инвестиционный форум пройдет в этом году на курорте с 12 по 14 февраля. Сочи презентует свои инвестиционные проекты в единой зоне Краснодарского края. Концепция выставки в этом году – экспорт услуг в промышленной, сельскохозяйственной, потребительской и туристической сферах, а также развитие информационных технологий. Для гостей и участников форума будет организована дегустационная зона с продукцией сочинских предприятий. Здесь можно будет попробовать мясную форель, сыры, мясные деликатесы, выпечку, чай и минеральную воду, произведенные в Сочи.